В длительных поисках работы. Созваниваюсь, договариваемся, вроде хорошо. Радуюсь, вдруг смс. Извините, нашли другую работницу. Вернулась прежняя. Или мы вас будем иметь в виду в следующий раз. Все общения только по телефону. 4-5 отказа договоренных подходящих работ. Сегодня дома сидел со своей женой. Говорю, она вот дети начнут у нас расти. И Слава уже достаточно взрослый. И вот хорошо было бы их обучать там чему-то, пусть они обучаются уже, давай выберем для них, может, какие-то направления, ты же можешь просмотреть, скажи, кому там чем заниматься и так далее. И когда я с ней разговаривал, я говорю, а как ты видишь вообще их жизнь? Давай мы их не будем заставлять работать на нас. Почему? Потому что я бы не хотел, чтобы мои дети вообще когда-либо на кого-либо работали. Я за то, чтобы они работали на себя. То есть одна из задач, которые я буду ставить для себя, это возможность или дать возможности своему ребенку всегда, всегда работать только на себя и ни на кого другого. Почему? Я считаю это хорошей задачей. Очень хорошей, к чему говорю. Сегодня очень хороший был там комментарий, женщина написала, Андрей, спасибо, начала делать бастурму, начала продавать, получается там тушенку и так далее. Я хочу сказать, что да, действительно, стремитесь не работать на кого-то, а стремитесь что-то делать сами. Сейчас, благодаря большому количеству вот этих бесплатных курсов, благодаря большому количеству обучающих курсов, там, как связать шапочку, там, как из ниток сделать то-то, то-то, как закатать огурцы, как там сделать какие-то джемы, соки и так далее. Это все можно делать, и этим всем можно заниматься для того, чтобы в дальнейшем продавать. Но не нужно быть теми людьми, которые стремятся на кого-то работать. Не нужно. А если вас не принимают, то это говорит о том, что, ну вот смотрите, допустим, человек хочет себе няньку. И к нему приходит женщина, которая может выглядеть неопрятно, плохо пахнуть, она может быть заторможенная, она может бояться, с вытрашенным, она некоммуникабельная, она может показаться хамовитой, неухоженной и так далее. Ну и отказывают. Вы же помните, что встречает по одежке, а провожает по уму. Именно поэтому делайте так, чтобы там нарядно прийти, посмеяться, с этими детками поиграть. Ну вот так как-то. Ну, вы же тоже должны для себя понимать, что приходя куда-то на работу, вы фактически являетесь товаром. То есть вас, извините, конечно же, вы не товар, вы человек. Тем не менее, человек вас нанимает прежде всего не как человека, а как специалиста, как товар специальный какой-то, который вот вы должны продать, а он за это должен заплатить деньги.